Ребят, всем привет! От скуки не знаю, чем заняться. Решила приготовить что-то типа пирожков. Тесто не готовила, буду использовать лепешки. Отварила кусок мяса, вот он очень жирный, говядина это. Не знаю, сколько здесь грамм. Я не готовила такое блюдо. Сама сидела, думаю, чтобы приготовить. Вот решила для разнообразия, надоело уже все. Взяла 4 зубчика чеснока, не очень большие, не очень крупные, и одну луковицу. И хочу все это перемешать в блендере. Ну и посмотрим, что у меня получится, я вам расскажу вкус. А то, может, и не стоит это было готовить. Соль, перец взяла. Хочу еще использовать красный перец, чтобы поострее было. Сейчас порежу мясо. А сначала лук порежу. Ой, как неудобно вообще одной снимать и готовить. Так, сразу же сюда заброшу чесночок. Теперь все это прикрою. Пока у меня тут лук измельчается, я мясо порежу. Ну, такие кусочки, думаю, будут достаточно. Сыпала мясо в блендер. И теперь измельчу это. Попробовала без соли. Еще не солила. Без перца. Ну, я мясо подсаливала, когда отваривала. Мне нравится начинка, вкусная. Наверное, будет у меня обалденные пирожки. Я вам расскажу обязательно. Посолила, поперчила. Сейчас все перемешаю и буду сворачивать пирожки. Так как это у меня экспериментальные пирожки, я вот часть начинки отложила и хочу сюда добавить вот такую большую ложку. Даже, наверное, еще добавлю. Вот. Сметаны, мне кажется, начинка суховатая, и добавлю немного сыра. Что уж, кашу маслом не испортишь. Посмотрим, что получится. Что-то мне не понравилась идея с пирожками. Я решила сделать, как будто это чебурек. Смотрите, я взяла, положила начинку. Ну, вот так щедро смазала. Взяла еще сверху сыром посыпала. И вот так вот все это прилеплю. И сейчас обжарю. И посмотрим, что получится. Вот такие вот чебуреки. Получилось у меня 5 штучек. Еще вот фарш остался, тут еще лепешечки. Сейчас пойду спеку, попробуем, что это. Вкусно, невкусно, расскажу вам. Прожариваю я на медленном огне и под крышкой. У меня лук-то сырой. Обжаривала с двух сторон на медленном-медленном огне. Вот такие вот они у меня получились. Не хотела же, чтобы они зажаренные были. Вот начинка. Открыла посмотреть, что там. Ну, осталось только попробовать. Сейчас вот эти вот дожарю. Испекла. Короче, будем сейчас пробовать. Вам расскажем. Покушали мы, я и забыла снять. В общем, с удовольствием поели. Вот каждый по штучке. Алекс уснул у нас сегодня, не кушал. Дочь, тебе понравилось? Вкусно, очень правда? Вкусно, да. Вот так что для разнообразия я попробовала. Очень вкусно. Ты какая-то классная.
Всем пока-пока, приятного аппетита, экспериментируйте, готовьте. Всего хорошего.